Thank you.
на кого мы должны позвать? We're gonna make it.
Да? Я не слышу вас. Да? Вот Вася задает вопрос, почему вы не танцуете? Почему? Мы недостаточно пьяны. Недостаточно какие? Бинго! Ребята, налегайте! Разве для того, чтобы танцевать, нужно что-то? Чтобы вы немножко расслабились, мы сыграем песню, которая как раз она совпадает с, вот, да, с баром. It's time for me, so you know. You won't talk to me, babe. It's so dumb, yeah, yeah. Traveling, we got to try and figure out some how to let it go. Then we know, yeah. Traveling, we got to try to step around this out and let it go. And we can let it go. Say, I need someone like you to understand my. To understand my heart, babe, and my.
знаете, у нас, у нас в команде самый разговорчивый человек – это я. Именно поэтому я очень много говорю на крота. А сейчас я не буду говорить, я просто начну петь. Вот так. Сделала что-то непривычное для себя. Немножко чила. Thank you.
Сень, ну иди к нам. Сеня, к Сене. Сейчас Эрик. Зачем Эрик? Сеня. Листа пропал. Пропал. Кал. Если вы хотите танцевать, то потанцовывайте с нами. Thank you.
танцевать, это уже успех. Хочу сказать вам. Давайте поаплодируем, вот там смешно. Молодцы! Так Вася кого-то зовет. Что-то происходит. Медленный танец играется, да? Да. Thank you.
да, вот мы обещали, будет жара, будут танцы. Третья песня, да, так и все, мы уже засыпаем. Итак, конкурс. Вася пошел за призами, а мы с Ксюшей сейчас будем рассказывать суть этого конкурса. Ксюня? Вася, куда ты уходишь? Можно убрать эту камеру, пожалуйста? Посмотрите, сколько за нами людей стоит. У нас и так будут разыгрываться бесплатные билеты, да? Друзья, мы, если вы заметили, мы раздаем отзывы. В этом клубе нам помогает замечательная девушка, которая, как видели, маленькие бумажки такие. Мы их собираем, Вася. Собираем, да. Мы их раздаем, а потом собираем. В общем, по итогам отзывов, кто напишет самый интересный, самый забавный, который нас удивит, рассмешит, получает небольшой приз. И сегодня у нас есть победитель с прошлого концерта. Так как призов не очень много, поэтому мы одному дарим вот этот черный белый ящик, а второму и третьему бесплатные билеты. Второй, третий. А мы выбрали целых пять, поэтому тебе надо было нам сказать, что надо было выбрать два. А в стихах можно? Но если бы был отзыв в стихах, я бы обязательно его выбрала. Итак, мой фаворит, отзыв написал Ганабобель, а имя я не могу прочитать. Ганабобель Глафира здесь? Написала. То есть эти отзывы мы собрали на прошлом концерте. И прекрасная девушка Глафира написала: «Хороший концерт, бабушка довольна». Вот. Это мой фаворит. Она курила. Не знаю уже, что она там делала, но довольно точно. Фамилию свою забыла. Ганабобель нету, да? Это ягода такая. Так, а следующий участник конкурса Резникина Наталья, если не прочитала. Наталья, вы здесь? Так, спасибо за прекрасный участник. Интересно, может, какая-то Наталья? Еще раз прочитай, что там было написано. Спасибо за прекрасный и чудесный концерт. Ждем от вас бесплатный билет. То есть человек просто прямо написал, да, взял то, что хотел. Так тоже можно было, оказывается. Эти люди, Вася, они должны были получить бесплатные билеты? Да. Есть хоть кто-нибудь с прошлого концерта? Ну. Так, значит, быстро меняем тактику. Если нет тех людей, которые выиграли, просто должны подняться люди, которые были на прошлом концерте. Я правильно понимаю? Да. Может быть, у нас еще есть имена, там, Лузанова Марья, например. Харчева Екатерина Владимировна. Нет таких? Ладно. Мне кажется, в следующий раз лотерея просто. Ладно. Ну, тогда, раз никто не отвлекается, не хочет получить этот великолепный подарок. Давайте нам, возьмем. Ну, у нас тут не свадьба, а конкурс проводить не будет. Но давайте, кто громче крикнет свое имя, тот и получит эту кружку. На счет. Раз, два, три. Алексей! Так, что-то я не понял. Давайте еще раз. Я слышала девушку, которая кричала: «А-а-а!» Вот ей, да, Дима? Засек много. Ну, ладно, давайте сейчас поделим. Сначала кричат девушки. Раз, два. Кружку и раздаст вам кусочки от этой кружки. Что? Как, что мы будем делать? Что мы будем делать? У нас... Вот девушка прекрасная предлагает отдать эту кружку самому танцующему человеку по итогу концерта. Я считаю, что это очень адекватное предложение. Предлагаю его закрепить, да? Да, я тебя запомнила. Так что конкурс закончится после концерта. Итоги конкурса. Последняя песня, друзья, будет объявляться конкурс. Я прошу музыкантов подняться на сцену. Скорее всего, мы продолжаем, раз такая ситуация. Поэтому, друзья, сейчас мы объявляем танцевальный конкурс. И на следующий концерт отзывы. Обязательно напишите свое имя и фамилию разборчиво, чтобы мы могли ваш очень смешной или остроумный отзыв рассказать со сцены, чтобы все посмеялись. Итак, Lekker.
Друзья, сейчас будет очень интересный момент. Нам всем надо будет танцевать. Абсолютно всем. Окей. Thank you.
beats of the dance floor. On the top, on the top, on the floor. Every girl is so bright and it grow. Woo! Yeah! Woo!
Thank you.
Thank you.
потому что он постоянно что-то говорит на сцене, это очень смешно. И я бы вообще могла такую петличку бы повесила, чтобы смеялись все со мной. Окей, а вот сейчас песня про любовь. Очень интересную и всем известную песню «Екатерина». Катя! Катя!
на сегодня принять в вашем концерте участие. Ребят, поехали! Bye.
сцену тех, с кем мы договаривались. Нет, не совсем на сцену, но сейчас будет небольшой флешмоб. На очень простые движения. Марио, если ты можешь, подойди, пожалуйста. Очень простые движения. Они совершенно банальные. Я буду петь.
Что, опять что ли? Ну, сколько можно? Не надо, давай сначала. А, ну ладно, ладно. Я хотел сказать, на самом деле, у нас сегодня два именинника, так совпало. Один, правда, вчерашний, но он не пропал. Свежий еще. Свежий еще, да. Друзья, это... давайте все вместе поаплодируем. Это Никита! Thank you.
Living time in front of me.
следующий раз мы подарили вам эту кружку. Я потому что вы так классно все танцуете. Кого можно выбрать? Вася, быстрее выбирай. Давай, быстрее. Так, начинается долгий обсуждение. Это было очень серьезно. Все куплено. Все куплено. Чтобы в следующий раз получить прекрасную кружку, достань, покажи, пожалуйста. Подними! Это кружка от РВБ. Итак. Ну ладно, мы можем сыграть еще одну песню специально для вас. Ну ладно, так вы прям вот уговариваем. Друзья, спасибо вам за то, что вы пришли сегодня сюда, танцевали, улыбались, пожертвовали своими планами, отдыхом, какими-то штуками, просто пришли и побыли с нами. Это